Всем доброго здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушать с вами Юля и Мишка. Всем привет. Ребята, у нас новая игрушка под названием Viking Squad. Она очень крутая и очень, честно говоря, похожа на Castle Crashers. Юля, ты не можешь справиться в самом начале. Мы же викинги, Юля, соберись. Юля зеленым цветом играет. Я крутая чика. Пошли, Юля. Нам наверх, собственно говоря, нужно. Скандинавский. Очень крутая рисовка в игрушке. Это самое начало, если что. Будем пока понимать основы игры, что тут делать. Но, походу, здесь все интуитивно. Юля уже вам все расшибает. Да. Здесь, мне только дайте что-нибудь разрушить. Так, можно поднимать предметы. О, слушай, денежки. Монетки. Здесь тоже есть прокачка, да, тоже есть магия. Да, покупать всякие предметы, там все дела. Короче, вообще для фанатов Castle Crashers, я думаю, сюда идти. Да-да-да, да и вообще битэмапов, это 100%. И для фанатов разрушения всего подряд, или таких, как таскатели, я. Таскатели, кто столбов любит этим заниматься, пожалуйста. Вообще, все отлично. Так, опа, вот это кристаллик. Сейчас посмотрим. Все, расфигачил. Ого. Итак. Какой-то чертило. Черт. Блин, я не могу шагать. Это уже сразу же босс. То есть ни одного персонажа против нас не будет. Сразу же босс. Нет, походу... Ну, он валит, он давай, испугался. Он испугался нас. Трусяк, короче. Так, что у нас здесь? Фу, лошара. Опа-на. А что? Так, нам дали по одному кубку. Пошло. Пошло дело. Вот теперь наконец-то боевка. Посмотрим, как тут. Во, чё? У меня есть, короче, удар, который их, короче, попадает. Подкидывает. Да, слушай, а у меня что? Прикольно. То есть у тебя что, на спецудар под вот этот вот подброс? Ну, короче, смотри, я бью, типа, ножкой топаю, короче, об землю. Подлетает. И они подлетают. В принципе, здесь тоже, вот, хотел сказать, есть прием. Ого, я с щитом. Интересно, вот этот щит. А, слушай, Юль, а нажми вот на этот курок. Так, на какой? На дальний? Вот, на левый. Вот на... А, у тебя это стрейф, да? Да. А у меня вот он, видишь, щит прикрывается. Типа то есть у каждого викинга свой... Так, нам назад ты ключ, я так понял. Да. Так, пошли, короче, да, я помню эту дверь. Побежали быстро. А, слушайте, здесь есть вот... Если нажать два раза вперед, то будет ускорение. Да. Так что никак в Castle Crashers нужно подождать, пока у тебя разгонится персонаж. Тоже о, все монетки, расшибать монетки. Можно, да, монетки. Там был еще пойдем ящик. На... Ага, все, уже нельзя. Кстати, фигово. Я не помню в Castle... Ого. Ого. Это что такое? Так, это... Можно я возьму? Мы так поняли, это какие-то суператаки. Давай я фигану первый. Так, пошло. Слушай, как круто. Эпик. И улетели, главное, сразу же. Я тоже хочу как-то выглядит круто. Слушай, ну так давай. Шибани. Сейчас, погоди, сейчас может новый порцию. Подкопится народу. Ну давай на двоих. Давай. Давай, давай. Так, пошло, пошло. Ну, в принципе, то же самое, только в другую сторону. Прощайте, слушай, короче. Ну у меня синего цвета, у тебя зеленого. Это вообще как-то странно. Не хватило анимации, что ли, я не знаю. Жалко, ладно. Только больше щитов нельзя использовать. Ну сейчас да, еще вот на Y написано, что есть какая-то штука. У меня сильно щитом бьет в пол и выскакивает какая-то ерундия. Но у меня на самом деле очень медленный персонаж. Я больше люблю быстрее что-нибудь, чем танк, вот допустим. Ну-ка. Ну я уже, кстати, вот оно что делает. Оно как бы намораживает, он застревает в этом. Ты что, бьёшь? Тихо, тихо, Юль, давай я помогу. Я хотела сказать, раньше я вообще, мне не получалось играть вот это, как называется, битэмап. Да-да-да. Вот. Ты смотри, как скачу, если с линии скочишь. У тебя тоже самое, да? Да, как козочка. Странно, конечно, решение. Нормально. Ну, правда, у мужиков смотрится угарно. Пойдем дальше. Так, что здесь у нас есть? Вот. Ну, выполнено все может, офигенно. Может, мы сейчас сюда пройдем? Понятно. Да, понятно. О, можно... Здорово, мэн. Мы тебя уже видели, хоть какое-то знакомое лицо в игре. Так, опять свалил. Все стырил. Это вообще наш, кстати, или что? Мы приплыли? Походу. Напали, может, кто-то? Вот тут какое-то яблочко. Вот, кстати, да, как его достать? Наверное. Нет, может, это как отсылка вот к Кастелу? Там же яблочки было одно из... Возможно, попало. Возможно. Не знаю, ее надо будет... Ой, тихо-тихо-тихо-тихо, все, бежим-бежим. Аккуратно. Я с собой что-нибудь возьму, ладно? Зачем? Никто не против, если я так пойду. Эй, что происходит? Фу, я уже испугалась. Слушай, а что у меня сейчас, секунду, голова исчезла или мне показалось? Я посмотрю, кстати, меня что-то сейчас не завалило обломками. Так, он все что-то стырил и... Улетел. Все там, видать, все завалило. Пойдем, пойдем. Пойдем, действительно. По полосочкам. Так, возьмите эту штуку и валите. Я уж как мужчина заберу с собой. Хорошо, ты будешь у нас. Все, закинул. Это нам еще что-то дало. Короче, вот разрушение. Какие-то кубки, какие-то. Да, ну не, иногда в них есть золото. Нажми на А, типа подтвердили, что пора валить. Так, заставку. Он такой, вот, мне не на что купить. Дошек. На, чувак.
Это совершенно большой... бесплатно, да, короче. Это МММ, вступай, короче. Он такой, да без проблем. И вот что делают МММ с людьми. Ну, а если посерьезно, видать, это наш какой-то король или кто был там, викингов, предводитель. Теперь он перешел на темную сторону. Зря мы это говно к ним принесли. Потому что у них есть печенки. И все время будем смотреть, видать, на него в конце. Понятно. Так, в общем, как и в Кастл, подсчет бабок и убийств. Кстати, мы почти одинаково убили. Жми. Слушай, я, по-моему, даже побольше убила. Так, я собственно, круто. Здесь база. Здесь в базе мы можем потренироваться. О, смотри. О, смотри, сколько у меня комбо уже. Вали. А почему меня как медленно убивается? О, она куда-то погнала, как будто уже. Давай. Ого! Стой. Нам деньги еще дали за комбо. Удобно, когда вот углу зажали. Ничего не видно тебе. Опа! Труселя. Все. Дело в том, что мы до этого чуть-чуть пробегались, и мне понравился лично вот этот персонаж, потому что он очень быстрый. Я, короче, решила... Мне, в принципе, и тёлочка понравилась, но вот этот мужик, он стрелок, надо показать, что он может. Фишка еще в чем? Мы просто хотели заново начать этими же персонажами, но им нельзя. Да, вот здесь есть прокачка. А что, я могу что-то прокачать? Да, у тебя есть один кубок, я так понял. И вот что мне прокачивать? Да, прокачай, мне кажется, жизнью, вот так как у тебя персонаж... какой-то хилый. У тебя открылась новая комбо XXY. Понятно. Также, ребят, здесь есть кузнец, у которого вы можете покупать оружие. Есть, естественно, кузнец, который может продавать доспехи. Вот, я так понял, их уже одеты. А почему нельзя вот эти сферы, интересно, также купить? Я прокачаться могу. Ну, вот которые, так скажем, ну не то, что сферы, а вот шарики были, с помощью которых мы супер-супер способности открыли. Не знаю, может быть и можно где-то купить. В общем, собственно говоря, это челленджи, достижения. Ой, то есть вот трусы. То есть мы били-били реально, с Юль, что-то затупили, бах, выбили трусы. Слушай, думаю, надо показать и вам, что их можно выбить. А, или это просто нет, достижение? Нет, это достижение, Юль, ну, то есть понятно, это процент. Короче. Далее, вот, собственно, где покупать можно. Вот эти, можно да. Купить. Но мне кажется, хилка тут гораздо больше нужна, я куплю хилку, да. А у меня денег нет. Тебе не хватает. Так пошли быстренько, Юль. Пятюню выбьешь. Типа выбить? Да. Здесь можно спокойно выбить. Короче, все. Юля долго мучилась и получила свои заветные 5 золотых. Которые я сейчас отдам. Да, давай, покупай хилку. Я просто не знаю, что тут будет. А как ее использовать, интересно? Хороший вопрос. Я как... Наверное, на эту же кнопку, которую... Мне кажется, опять же, как и в кастл будет. Тебя побили. Сама используется. О, хлопушек. Или что это такое? Нет, это просто кустик присыпалось снегом. Да, похоже. Пошли. Шахтеры какие-то. Ну, вот этот перс мне очень просто понравился, серьезно. Мне на самом деле даже, если честно, чика больше понравилась. Да, ну давай вот сейчас добьем, возьмешь чик. Ну, уже... Так а что себя мучить? Мне кажется, чика реально тебе больше как-то подходит. Серьезно. Все, труп. Ну, вот у меня этот разделывает как нифиг делать. Вообще прям без проблем. Сейчас еще подкину, обобью и раздавлю. Все, просто. Мне, кстати, прикольно здесь вот их добивать, когда они уже валяются. Ой. Я их, короче, ногой. Выстрелом. Нет, а, у тебя выстрелом добивают? Да. Разбивай ящики. Ногой это уже не было. Куда ты пошел? Все. Козлы! Круто, напали. Что можно предметами атаковать. Кстати, это медведи, по-моему? Да хрен знает, какие-то медведи-шахтеры. Все, подбросил, и тоже можно так же. Волосатые какие-то, давно не брились. Да уж. Шахты, ну, белый, белоснежный, тем не менее. Блин, видать, сколько не народу. Работали, это высший класс, короче. Да, прям по ним и скажешь, работяги злобные сырдуки. Юля, монетка. Все справилась? Все, отлично. Смотри, я больно урон, что ли, получал? Уже сколько хипов отняли, а? А вы... Только я могу так сделать. Ну, стой, на. Ему что, хоть будешь... Вообще, зачем эти... Пингвины, они так чисто. Душу потравить, типа, ахаха, я жру. А чё? Приятного аппетита, всем, кто кушает. Да. Еще раз. Дополнительно. Ты еще не доел, да, к этому времени? Так, пойдем. Аккуратно. Я уже и прыжков-то боюсь, если честно. Разбивай. О, бери. Я думаю, тебе. Ты за... Во. Я думал, просто можно подойти, оказывается, старикан прыгнуть вообще. Надо. Так, окей, вот эта штука, я думаю, опасна. Сейчас шмальну чё просто. Она? А, слушай, что-то не взорвалось. Так, открываем, что здесь? Кубок.
У нас прокач... О! Спасибо. Она как бы это взрывается и... Я просто побоялась к ней близко подходить. Я думала, она издалека. Понятно, надо рвануть, когда я рядом с ней буду. Да я в кавычках. Да все, ерунда вообще. Кто-нибудь есть здесь? О, отлично. Что за придурки? Бомба! Она что, горит? Идите, возьмите. И что у нас с ней происходит? Да, она рванула, слушай, это какая-то бомба. Аккуратно. Может, нет, да они шмаляют бомбами. Так вон синяя тоже какая-то бомба, непонятно. Блин! Слушай, здесь очень аккуратно. Можно подобрать? Нет, нельзя. Мне, короче, чувствую, надо это. У тебя хилка, что ли? Все, на Б тоже, короче, сколько. 10 всего добавляет. Нормально. Мне, кстати, много добавил. Хилк. Вы что, из... он пишет, что сам типа хил. Эй, смотри, какой мелкопуст. Сбежал. Ну, с этими куда полегче будут дела обстоять. Мне, короче, надо как-то супер прокачку делать. Когда повальше, нет. Как бы подобрать кинг нельзя. Вот тоже такая же штука. Да-да-да, короче. Так, подошел. Или, в общем, я не знаю, или это от создателя, короче, или кто-то очень сильно вдохновлялся. Не, мне кажется, реально, то есть создали. Все, прощайте. Ну. Ой, Юль, тебя не задел? Нет. И вот нас, по сути дела, растаскали уже в самом начале. Да, это еще только... О, еда! Мне хипы прибавили. О, слушай, да, здесь... Ого, крабик. А его можно спать? Слушай, смотри, спит Харри. Что-нибудь можно сделать? Да. Все. Разбудил. А ну. О! Открыто что-то. Оружие какое-то. Да, какой-то меч. Слушай, что можно сделать? Крабик, давай мы тебя спасем. Оп. О, отлично. Слушай, тут интерактива-то не так мало. Только не стреляй. Нет. Пойдем. Я не стреляю. Пойдем, пойдем. Вместе с этой штукой можно? Нет. Нет. Собрали. Ну ладно. Не так пока. Монетка? Монетки. О, у тебя уже 24, у меня все ваше. Ну я что сделаю? Я хорошо работаю, значит. А я, значит, ничего не делаю, да? Пусть? Фига, у меня вот эта атака... О, вот эти вот... Фиг... Пробками каким-то шмаляют. Сейчас, я зарублю только на горе. Не, вот этот чувак реально. Вот он мне вот прям вот он все. Он тащит тебя. То есть я долго сомневался. Не, мне больше, если честно, Чик понравилось. Но чувствую, придется мне с этим чуваком остаться. Нет, я чувствую, что если тебе нравится персонаж, то нужно брать его. Пфф. Тем более, если ты его топишь. Отлично. Постоянно. Давайте, ребят, тоже есть что, пишите, решим, Юле, поможем решиться, да? Че, да. Какого перса взять? О, хотя, смотри, если придется брать, может смотри, быть. Какой-то мужик интересный. Тюка его, мне кажется, у него золото. Блин, он больно быстрый, я не успеваю. Ну, сейчас завалим, завалим. Куда пошел, засранец? Блин, слушай, реально. Да, блин, я потратил на него этот спец. Все. О, что-то... Да, не что-то знаю, дали. Что-то произошло. Ну-ка, я, правда, не понимаю, блин, в чем дело. Пингвины? Ай, блин, вам... Слушай, это у тебя... А, у меня накопилась суператака. Тут еда? Нет, не еда. Нет. Аккурат, здесь диагональ. Блин, слушай, можно и вверх слишком сильно прыгнуть. Походу. Ну, если куча народа будет, я шибану свою штуку. Без проблем. У тебя уже есть? Конечно. А где ты ее взял? Так только что-то выше. А я только... У меня только три. Ну, ты тоже подобрала. А почему у меня на одну меньше? Интересно, если я что-то пропустила? Успокойся ты, тебе столько хватит. Ей. Так нет, а мне столько не хватит. Тебе хватит, поверь. То есть я не смогу использовать. Все, завалил. Сдохли чуваки. Ну правильно, он всех добивает, ему дают деньгу-то. Деньгу-то... Вообще такой дедан... Слушайте, давайте ее девку выловим. Серьезно, не было таких проблем. Как Юрий в дедана засел, сразу же начались там. О, бабла мне не хватает. Смотри, взялся монетку. Сейчас собрал. Я только одну взяла монетку. Иди давай. Где справедливость вообще? Старый дед, тебе что уже надо? Пожилым надо уступать вообще-то. В викингах кто моложе, тот... Опа. Шок. Энд что-то там. Ой, ноу, я застрял. Сейчас шарахнула. Давай посильнее только. Что-то не... Нормально. Нормально. Смотрю, бомба, аккуратнее. Ух спасибо. Ты, шарах. Ну, ты как, надо попить что-нибудь. Тихо, дай сейчас швырну. Я выпила. Лови, придурок. Поймай. Можно ихнюю бомбу бросить? Можно, слушай. Прикольно. То есть можно же их оружие использовать. Ну, спасите меня. Все, я одного чувака замучил. Юль, давай аккуратнее. Да все, сейчас. Он сейчас без толку, отойди. Отойди, бомба же, ё-моё, титан. Все, окей. Все, бери, твою, тебе хватает. Да. О! О!
Что открыл? Новый этот открылся, шлем. Так, камень, Дидан, нужен? Нет. Можно оставить. О, слушай, можно перед уездом. Что это такое? Перевалочный пункт, типа. Ну, понятно, слушай, это можно увеличить жизнь, я так понял. Так, еще ключ какой-то. Вот ключ зачем вообще нужен? Не знаю, ну типа дополнительные какие-то. Это более эффективно. Более эффективно. Пойлы, короче. Но я возьму. Я вот такой богатый, теперь зажратый этот стал. А я не могу взять ничего. Ну, пердуй давай. Короче, это, я это... теперь, если я умру, стой. В общем, я умру. Туда можно зайти. Стоп! Так это что, дальше, не дальше? Диксайд. Карта-то закончилась? Нет, я ничего-то не понял. Все, пошли, да. Дальше. Ну что, ребят, на этом мы сегодня закончим. Если вам игрушка понравилась, то мы будем дальше проходить. Ну, всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.